твоя вера не покинь меня. Богата земля русская храмами. 40 сороков – это не только Москва, а все Отечество наше. Храм усекновения главы Иоанна Предтечи в селе Хирино – редкая жемчужина известного архитектора, замечательного русского зодчего 18 века Василия Баженова. Начало строительства было положено местным помещиком Андреем Путятиным в 1758 году. Родилось монументальное, необычное для села строение в стиле барокко, которым восхищались не только селяне, но и проезжающие путешественники. Суровые времена гонений на русскую православную церковь, в храме еще проходили службы. Настоятель, отец Иоанн Сновецкий, рискуя жизнью, продолжал окормлять прихожан. Однако в 1930 году был арестован и скончался на пути в лагерь. Судьба его преемника, отца Михаила Знаменского, тоже сложилась трагически. Его расстреляли в застенках Горьковского НКВД в декабре 1937 года. С тех пор служение в храме прекратилось. Шедевр зодчества 18 столетия стал превращаться в руины. Ценно возрождение. В 2011 году началось восстановление храма, полностью возвели стены, колокольню, отреставрировали боковые галереи. И за 2 года золотые купола снова вознеслись в небо. Возвращение к своим корням, укрепление веры, обретение забытых традиций. Признаки исторической памяти народа. В настоящее время в храме находится святыня, частица мощей Иоанна Предтечи. Ранним утром у церкви полно народу, все в ожидании. Вот-вот сюда прибудет ковчег с частицей мощей Иоанна Предтечи. Святыню везли сюда из самого Ватикана. Для селян это, пожалуй, самый ценный подарок. 2000 лет и связь времен сегодня здесь воплощается в этом храме. Как некогда был этот построен храм, потом был разрушен и восстановлен чудесным образом.
И пришел восстановить этот храм человек, который никогда здесь не родился и не жил, а его корни, его здесь предки жили. Это и есть дух Святой Руси. Здесь, в селе Хирино, жил прадед Игоря Шурбели. Сам же он лишь слышал о своей малой родине до 2011 года, когда впервые побывал здесь. Тогда и увидел храм, разрушенный и почти мертвый. После этого Игорь учредил благотворительный фонд. И 4 года назад на собранные деньги храм восстановили. Чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу. Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. На них основана от века, по воле Бога самого, самостояние человека, залог величия его. Животворящая святыня, земля была без них мертва, как безотрадная пустыня и как алтарь без божества. Действующих предела. Нижний, который освящен в честь Иоанна Предтечи для служб в холодное время года, и верхний, освященный в честь иконы Божьей Матери, живоносный источник, для летнего периода. В храме совершаются богослужения, проводятся обряды крещения и отпевания, создан приходской совет. Нынешний священник храма иерей Виктор Новиков – необычайно добрый человек. Он обладает исключительной способностью проникаться чаяниями своих прихожан и способен ободрить каждого, поддержать в трудную минуту. Матушка Галина – верная помощница своему супругу в его необходимом и богоугодном служении. Молимся. Люди-то ходят. И... То есть церковь стала духовным центром? Конечно, конечно. И уже вот самое главное, какая-то надежда появилась, что о, не все у нас так плохо. И самое главное, как один священник приезжал сюда и сказал, это у нас же какое чудо. Люди где-то там стараются, как-то что-то хлопочут, какие-то деньги собираются, а у вас так раз прям сам Господь, нате вам храм. И да все. Какой храм? Да какой храм? Все-таки по молитвам людей. Вот Господь подает. Вот что значит, только молитва, только попросить.